Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Председатель Кировского арбитражного суда сохранил свою должность. Президента Владимир Путин подписал указ, которым назначил председателей, зампредов и судей в арбитражные суды страны. В Кировской области продолжит работать Сергей Мартынов. Осенью 2011 года он был назначен на 6-летний срок. Мартынов был до этого юрисконсультом Лепсинской коммерческой компании. А в 1997-м начал работать в МУПе «Торг Кировский». Работа в областном арбитражном суде Мартынов начинал в 2003-м с должности главного специалиста. Программа «Экономика». Роспотребнадзор в этом году придет к более чем 1000 предпринимателей. Он представил план проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год. Как сообщает в управлении, план содержит 600 проверок, которые пройдут на 1200 объектах. По сравнению с 2014 годом число проверок снизилось почти в два раза. В основном им подвергнутся организации, которые работают в сфере образования, здравоохранения и в социальной сфере. На них приходится 85%. Мероприятий. Проверки начнутся уже в январе, пишет Айкиров. Половина из них, 12, коснется муниципальных детских садов. В феврале проверять будут завод «Вятич», завод «Авитек», мясокомбинат «Дороничи». Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Выбор бухгалтера – такая же ответственная задача, как выбор лечащего врача. Этому специалисту нужно будет доверить самую ценную информацию о своем бизнесе и его доходах. В фирме «Бухгалтер и я» работают профессионалы с большим опытом, которые избавят руководителя от проблем с подготовкой и сдачей документации. Там могут предложить как ведение бухгалтерии под ключ, так и отдельные услуги, говорит руководитель фирмы «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Также мы предоставляем разовые бухгалтерские услуги. Услуги данного типа весьма востребованы как среди представителей малого бизнеса, так и среди владельцев крупных предприятий. Для малого бизнеса будет актуально составление и подача разовой отчетности, когда вы еще только открыли ИП, либо ООО, и не знаете весь спектр предоставляемой отчетности. Мы поможем вам на данном этапе, подскажем, в какие сроки вам нужно ее подать и в какие органы. Компания гарантирует соответствие подготовленной документации требованиям законодательства и безукоризненное соблюдение сроков подачи отчетности. Доверьте ведение своей бухгалтерии профессионалам. Сэкономьте свое время, направив его в более нужное русло. Бесплатные консультации и подбор пакета услуг по телефону 46 42 81. Экономика. И о валютах. Доллар на сегодня 57 рублей 5 копеек. Курс евро 68,21. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.